Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Поинт, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Сохраняем, смотрим, что получается. Ну вот уже лучше, интересно. Сейчас я назначу материал. Уже интереснее такой вот момент. А, ну да, надо включить все вот эти дела. Смотрите, уже интереснее получается переход вот этот. То есть равномерно. Точнее рандомно, и оно более реалистично. Вот. Вот это я хочу сейчас доработать. Потому что она там как-то непонятно. Вот эту линию. И все. И переступлю к этой части. На рендере потом все это проверим. Со всех сторон. Каждый ракурс будем еще дорабатывать. Если что-то не понравится. Вот. И в принципе можно будет потом перейти к плашкам. Я буду смотреть в Unreal, потому что там шейдер немного другой. Чтобы уже под него настраивать все моменты. Вот. То есть сейчас я проработаю этот момент по гидам. Как я и сказал, мне не нравится, что они так висят. Я их сделаю более аккуратно. Это первое. Второе, уже проработаю вот эту часть. Но ее мы будем смотреть, вот допустим, как я и говорил, ракурс спереди смотрим. Прорабатываем, рендерим сбоку, сзади и так далее, и с этой стороны. И вот так каждый ракурс я проработаю, и тогда уже можно будет считать финалом. Сейчас это не финал, потому что еще работа есть.
Так, я подровнял вот эту линию. Ну, то есть сделал ее более нормальной. Вот. А тут, думаю, не знаю, как на рендере будет смотреться. Если вот эта часть будет плохо смотреться на рендере, тогда уже продумаем вот эту длину. Сделаем более аккуратно. Вот. А тут надо продумать эту линию. Как может быть как-нибудь так. Посмотрю я. Но сейчас я не буду над этим заморачиваться. Вот это мне еще не нравится. Но все нужно смотреть на рендере. А на этом пока все. В следующей неделе, как я и сказал, вот это вся будет. Так. Вот эта вся неделя будет чисто обычное расписание, то есть VIP уже не буду записывать. То есть сегодняшний день это последний. И потом следующая неделя с 17 по 21 опять будут VIP-ы, и так буду чередовать. То есть пока вот все, что получилось. Еще нужно работать над этой частью. Потом на рендере посмотрим со всех сторон, проработаем. И так или иначе уже закончим и начнем плашки. Ну, я не знаю, когда. Я думаю, вы сами понимаете, что здесь еще нужно проработать моменты. Вот. Как-то так. Пока все. Продолжение, так сказать, следует. Сейчас буду подготавливать этот VIP в субботу. И посмотрим, что будет дальше с этим всем. Пока так. Естественно, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Тут, я думаю, что-то понятно, что-то непонятно. Если хотите посмотреть, как прорабатывать масками, то есть не так, как я группами, это современный метод. А вам, допустим, хочется нарисовать маски, то на YouTube, а на канале Ephere есть видео. По-моему, вот, да. Shot Haircut, там целый стрим на несколько частей. Там Джорданис как раз показывает, как масками он рисовал в матбоксе, по-моему, да. Вот. Но лично мне удобен этот метод, который я вам показал, потому что здесь, опять же повторюсь, можно длину контролировать, что очень круто. То есть вы регулируете длину каждой группы, как вам удобно, и делаете переходы, подстрижку. Мне кажется, это круче, чем рисовать маски. То есть у вас прям получаются переходы, и вы можете это все контролировать в любой момент. Допустим, анимировать рост волос, или наоборот, как-то, допустим, вот здесь вот подстричь, например, вот такой вот переход сделать. То есть все вы регулируете и всем управляете, и это очень круто, мне кажется. Можно вот настроить, допустим, да, этот плавный переход, как-то проработать там все эти моменты. Мне кажется, это круче, чем просто рисовать маску и на глаз, да, мне подбирать эти тона и так далее. Так более управляемое все это. На этом все. До следующей недели, которая будет вот 17-го, снова буду VIP-ы писать. Смотрите, ждите. А следующая неделя это будет вот как обычный режим. Там, может, VIP-ы тоже будут выскакивать, но по тем темам, которые я каждый день пишу, то есть по разным дням. Вот. Всем мир, приятного просмотра. Жду ваших вопросов, если они будут. Итак, всем привет. Продолжаю свою VIP-неделю. То есть с 17 по 21 буду записывать снова VIP. И это все вам соберу. Ну, вы это увидите. Вот. Буду стараться без комментариев, потому что так мне проще записывать и фокусироваться на том, что я делаю. Вот. Если что-то непонятно, пишите вопросы. И буду стараться на них отвечать. Вот. Приятного просмотра.
кстати, очень важно, что когда вы рисуете Draw Strand Tool с помощью, да, некоторые моменты могут там, ну, нечаянно как-то руку там повело или так далее, лучше назначать после этого всего Ornatrix Detail, чтобы сгладить момент. Ну, то есть, допустим, там 30 точек для всего этого, да. Ну, чтобы не теряла плавность сети. Можете для одной как конкретной группы. Вот. И смотрите. Вы можете сгладить, то есть сделать смуз этих моментов при... Тут главное не терять это все дело. Так. Просто применять сглаживание, потому что бывает так, что точки... нехорошо распределяется во время рисования, и важно это все переразбить их, переназначить. Вот. Потом просто делаем коллапс, снова edit guides, и тогда будет все окей. Как бы. Ну и проверяем, что получается после рисования. Я думаю, вы поняли, зачем я здесь простраивал линию, чтобы был более плавный переход. То есть какие-то пробелы, если вы видите, то лучше простраивать линию. Сейчас не надо думать о количестве гидов, потому что потом, если нужно, мы их оптимизируем. Вот сейчас главное простроить эти плавные линии, чтобы был хороший переход.
Так, я добавил немного клампинга. Сейчас маску проработаю. Вот здесь вот, если обратить внимание, он есть. То есть слегка такой. Вот, и здесь он слегка есть. То есть клампинг немного присутствует. Ну, надо маской разбить. Но на эти, как его. Ладно, я не буду комментировать, просто буду делать, потому что тогда сильно много думаю.